Иди сюда! Да. На первом. На первом? А ничего же у вас уцелело как? Ну не знаю, видите, там вот там ничего нету. Не знаю, наверх горел. А где ваш налет? И что, у вас палатка была? Здесь. Ну, да. Ну здесь у нас точки, здесь у нас вот. А чем торгуете? Ну у нас такой штучный товар, вот здесь у нас. Ну, все равно. А сколько площадь примерно торгового центра? О, я не знаю. Ну что, я рассказал водитель, как проехать на месте? Понял. Назад сдает, пусть... Скажи Сережке, пусть назад сдаст сейчас его. Воду подцепили. Воду подцепили нужно. Он с этим хочет. Не надо. Это пена дает? Не надо. Сережку внутрь давай. Куда ты? Thank you.
Надежда, а у вас здесь что было? Магазин, палатка? Здесь отдел животных. Отдел животных? Да. На каком этаже? На третьем. На третьем, и что, то есть как раз ваш этаж полностью в огне, да? Ну, судя по всему, да. А давно здесь вы работаете как? Сколько примерно торговых точек здесь? У нас одна. А всего сколько, не знаете? Сегодня, 10 октября, в 3 часа 18 минут, поступило сообщение о пожаре в торговом центре Китаевский в городе Рязань. Для тушения пожара было задействовано 26 единиц техники и 91... Для тушения пожара было задействовано 26 единиц техники и 91 человек из состава. В настоящее время пожар локализован. Площадь горения составила около 4000 квадратных метров. Причина пожара и уточняется. В чем сложность тушения у подобных объектов была какая-то? Ну, взрывы какие-то, да, я слышал, кто-то взрывается, там видно, что какие-то горючие материалы. Нет, взрывов так вот не было. Вот. Синтетические какие-то вещи, да? Да. Что не способствовало распространению огня, например, или нет? Что все вещи высоко горячие на рынке? Нет, такого. Неизвестно. Начальник отделения информационного обеспечения деятельности Главного управления МЧС России по Ростовской области Дмитрий Гаврицкий. Вечером что еще можно сказать? Пока ничего не известно, да?
Я подержу. Скажите, пожалуйста, сколько площадь торгового центра? Где-то 13 тысяч квадратных метров. И как узнали о пожаре, кто сообщил? Пожар заметили наши охранники, охранная служба. Загорелась торговая точка с кучинами. Постарались потушить собственными силами, но не получилось. Вызвали пожарных. А такое вот быстрое состояние огня, чем связано и сколько всего человек работает, арендаторов на вашем торговом центре? У нас где-то порядка 350 арендаторов. Огонь распространялся очень быстро, пошел вверх. Ну, связано с тем, что очень много промышленных товаров. Сумки, одежда, товары бытовой химии. Поэтому в основном пошел сгорание в центральной части. Первый этаж, резко на второй, третий этаж. То есть огнем уничтожен первый, второй, третий. Сколько этажей? Четыре всего, да? У нас четыре этажа вместе с офисным этажом закрыты. На данный момент нам известно только от центральной части первого, второго, третьего этажа. Арендаторы как-то обращались уже там? Арендаторов мы сами обзванивали, потому что пока была возможность туда зайти, чтобы смогли свои ценные вещи унести. Ну что, есть... смогли, мы обзвонили, не успел бы прийти на место. То есть какие-то вещи все-таки арендаторы смогли спасти, да? Да, в основном это деньги, которые, как правило, остаются в таком. Полностью представьтесь, пожалуйста. Шиткова Марина Станиславовна, помощник директора. Марина Станиславовна, еще такой вопрос. Чтобы вы уже думали, как будет здание восстановлено? Конструктивные повреждения есть? Насчет конструктивных пока рано говорим, но, скорее всего, это выманут из затронутых несущих конструкций в центральной части. Но это теперь все в ходе осмотра, естественно. Большое вам спасибо.